Привет, ребят! Приветик! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван. Я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. И мы недавно получили все артефакты вампира. Ну как все, оказывается, я только не усилил чашу вампиров, а так я получил в долгом, самом долгом стриме, который у меня только был, это двухчасовый, да, я большие стримы не устраиваю, но я получил ожерелье вампиров, амулет горгули, можно призывать сразу две горгули и амулет летучих мышей, и плюс кольцо зверя. Наносит 20 единиц больше урона и кольцо эрудита. Ну, то есть одно кольцо для лорда-вампира, когда он на земле, а второе, когда он летает, для мага. Окей. Так, давайте посмотрим задание. Угу. Он ждет меня с докладом. Я-то думал, что это все, но ребята подсказали, что нужно еще чашу улучшить. И я, наверное, это и сделаю. Да, будем улучшать максимум прокачивать и улучшать нашего вампира. Мне там еще, я не знаю, что за 2 часа даже перк не прокачал. Вау. Да. Skyrim. Ты прекрасен. Отправляемся обратно в замок, и нужно узнать, это интересно, сейчас я смогу сразу улучшать чашу или нет. Это кто тут такой, а? Да ладно! Ты серьезно? Ты хочешь поговорить? А, ну давай поговорим, дорогой мой. Он что, он в усиках? Да, он с усиками, ух ты! Ты такой прикольный! Ну ладно! Вау, это как будто щучка, видели он? Назад! Где второй? Давайте, наверное, лордиком, да? Да, я хочу его сделать лордом. Стой, я кольца забыл поставить, как всегда. Я превращаюсь и забываю, зачем я их собирал тогда. О, хватка вампира стоит, странно, обычно не стоит сразу. Они по-любому наверху, они постоянно почему-то появляются и здесь бегают. Воу. Так, парень, давай потанцуем. Ну что, попаду, не попаду? Это как игра, знаете. Так, я мечу где-то по центру. Блин! Самое обидное, что он когда так разбивается, мы не получаем... Не прокачиваем нашего вампира, но у нас доступно за 2 часа. Я прокачал один уровень. Вау. Ну что ж, давайте, наверное, по этой ветке. Магия крови позволяет парализовать противника. Это помимо того, что мы будем бить, он еще будет парализован. Это вообще имба. Это же вообще что-то невероятное. Так, это был второй. А где же третий? Не-не-не. Они всегда ходят втроем. Всегда. Эй, третий. Ну, третий, наверное, испугался. И просто-напросто убежал. Да. Да, он просто-напросто свалил по-тихому. А давайте я всю серию буду бегать за лорда. Вот вообще не буду превращаться. Вообще. Блин, я же тогда лут не смогу брать. А, не очень прикольно. Собачка, привет. Как всегда, запах не очень. Вот наш парень. Так. Сюда. А, ты спишь? Тук-тук. Тук-тук-тук. Открывай! Медведь пришел! Ну, почти! Черт, нельзя поговорить. Ладно, давайте превращаемся обратно.
Вот так. Отличненько. Тебе что-нибудь нужно? Мне удалось добыть все кольца кровавой магии. Молодец. Надеюсь, ты найдешь им применение. Надеюсь, а то как-то ношу с собой. Чем я могу помочь? Поговори с Гараном Моретти. У него для тебя кое-что есть. Гаран Моретти. Так, Гаран Моретти. Девайся могуществом. Гаран Моретти, ты где, дорогой? Привет. Тебе что-нибудь нужно? Чем я могу помочь? Какой-то дикарь прибился к шайке некромантов. Скорее всего, он собирается всем им передать дар. Нечего и говорить, что мы этого терпеть не намерены. Этак все стадо переполошится. Да и вообще, конкуренты нам ни к чему. Убить вампира. Уничтожь злобную тварь, пока маленькая проблема не стала большой. Всего доброго. Это что получается? Это, наверное, второстепенное задание, да? Мне нужно вот эту чашу улучшить. Вы посмотрите. Как будто бесконечность какая-то. О, господи, это прям завораживает. Не, серьезно. Кровь древних добавлена. Окей, погнали. Погнали. Так, кем я буду вообще пользоваться? Я буду пользоваться в основном магом. Магом. Так что давайте, наверное, сразу я и одену эти кольца ожерелья. Амулет летучих мышей. И кольцо эрудита, которое добавляет 100 единиц магии. И способ быстрее его восстановить. Вау. Так это еще не все. Оказывается, эти вещички можно еще зачаровать. Вы представляете? Их можно еще зачаровать. Таким образом получить еще дополнительный баф. Интересно, кольца Вервольфа можно зачаровать? Вау. Вот это вот интересно. Так, ага. Ну, я здесь был. По-моему, мне на то же самое место. Я просто помню, я в этой башне уже выполнял их задание. Тоже нужно было, по-моему, вампира убить. Хотя я могу ошибаться, друзья. Могу, как всегда. Воплощение дракона. Ну? О, да. И талант. Талант, вампир. Так, секундочку. Вампир. Так, все, одел. Точно одел? Одежда. Да, кольцо эрудита и... Да. Не знаю, что я так делаю, друзья. С таким удовольствием? Хватка вампира. Где этот вампир? Где ты, мой маленький? Воу! Так, тебя нафиг. Вот ты мне нужен. Да. Давай мы тебя об стенку, чтобы ты далеко не улетал. И по идее, эта штука должна его парализовать, но я пока этого не вижу. Не знаю, может он... Воу! Почти. Не знаю, прям хочется, знаете, баскетбольное кольцо и... Воу! Ой-ой! Я думал, переборщил. И запуливать. Господи, вы посмотрите, сколько у меня маны. Она вообще не тратится теперь. Это какое-то издевательство, знаете. Это прям... Иди сюда, мой маленький. Иди. Давай, ты просто не встанешь. А ну, если повыше. Да! Попал. Ну, осталось совсем немножечко. Надо на нем прокачаться. Ой-ой-ой. О, черт. Еще добил его таким способом, что не прокачался, да? Это как это в моем стиле. Ладно. Превращаемся обратно. Ну, зато весело. Невероятно весело.
Господи, как же получить эти квесты? Скорее всего, теперь я точно не получу эти квесты. Что за книжка? Что-то про книга до ядра. Не, книга до ядра не надо. Ой, пальчики. Приветик. Ну, тот умер. Ну, да, такую высоту никто не может. Вау! Я вижу какие-то руины, которые я не зачищал, друзья. Давайте, наверное, мы сходим туда в гости. Давайте. Хотя нет. Стоп. Стоп, у меня много заданий, которые я должен выполнить. Это вообще задание. Пожиратель мира, Партурнакс, прикосновение к небу. Ага. Нет. Грабеж. Цифры. Дополнительные задания, которые мне висят от темного братства. Раздобыть книгу и там... Давайте вот это вот задание выполню, потому что я его выполнял когда-то уже. Тут просто два пункта. Вот, вот. Там просто у меня два задания висит. Одно это найти там крик, я уже выполнял, но это было в том прохождении, мне пришлось его перезаписать, потому что... Ну, потому что... Так что давайте его пройдем, чтобы его не было. Это будет тоже быстро, скорее всего. Вау. А если попробовать... Если попробовать вампиром победить дракона? Ну, это будет, наверное, очень долго и мучительно, потому что на легендарной я играю и... Ну чем, я его буду закидывать, призывать... Оу! Мишка, ты что? Напугал? Вампира напугать, это... Прости, я возьму все, что у тебя есть, и ты будешь моей добычей. Вот. Не-не-не-не, я его воином сейчас быстренько. Я просто хочу все эти вот задания, ну, наверное, не в эфире их повыполняю, хотя можно в эфире, да? Все равно, господи, почему мне кажется, что у меня это крутится? Это глюки какие-то у меня. Я не знаю, моя веб как будто за мной следит. Последнее время. Так, стоп, куда я бегу вообще? Я, наверное... О, черт, да? Я вообще бежал не туда, куда нужно. Ну, молочага. Молочага. Так, ладно, сейчас мы здесь переплывем. Главное доплыть, потому что течение будет меня стасить. Давай. Ва, да вы издеваетесь. Ой, черт. Ой. Там еще один водопадик. А вот нам как бы игра помогает. Оп, аккуратненько. На цыпочках. Отлично. Давайте, наверное, я спрячу оружие, потому что все поразбегались. Все просто убежали. Потому что все боятся. Хотя, стоп. Что это за штаб? Вау. Ну ты сгони. Ну ладно. Ну! Воу, он нормальный. Ты сильный дядя. Ну! Хватит! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Господи, он еще кинжальчик достал, да? Бедняга. Бедняга, бедняга. По-моему, мы здесь будем еще по какому-то квесту, так что давайте просто мимо пройдем. Чтоб не ломать потом кайф. Вон, там. Да-да-да, на той горе. Только мне нужно сейчас переплыть. Вот там какие-то руины. Тишина. Крабы вдали плавают. Это Skyrim, друзья. Это наш любимый Skyrim. The Elder Scrolls 5. О, крабик. Привет. О. Не, ну щипает. Отщипывает на легендарной сложности. Грязовой клаб. Краб. Клаб. Немножечко. Ну, мы просто даже не будем на него обращать внимания. Вот, вот. Кстати, вот эта вот башня у меня почему-то тоже не подсвечивается. Это значит что? Это значит то, что мы здесь не были. И это какая-то локация. Вау. Мы бежали выполнять какое-то задание, которое уже выполняли, и тут какое-то странное здание, которое я хочу зайти. К черту все это Skyrim, как говорится, встречаешь что-то новенькое и начинаешь проходить неизвестное задание.
Вау. Так. У меня, по-моему, было приглушение шагов. Которое сумасшедшей скоростью качает нам иллюзию. Просто с невероятной скоростью. Так что мы прокачали приглушение шагов, взяли оружие и отправились дальше. Ага, еще бы чуть-чуть. Что с этим пауком? Странно. Что с этим пауком? Давайте устроим, не знаю, делегацию с подписчиков. И будем думать, что же с этим пауком? А что с этим пауком? Что же с ними? Может, они уснули? Может, они напились бренди? Может, они спят? Ну, бывает, они развалились и спят. Или... Ладно, что с этими пауками? Я не знаю, но их тут полным-полно. И все, что мне попадались, были заколдованы или вроде того. Заколдованы? Я пошел отсюда. У меня и от обычных-то пауков мурашки по коже. А уж от колдовских... Фу. Пошел, говорит, отсюда. 100 монеток. Иди, иди. Пока. Все, ты свободен. Я так еще не воровал. Окей. Значит, и в этой локации будет очень много пауков. Ну, честно говоря, это изи. Это такое изи-бризи. Даже если я играю на легенде, друзья. Ну, пауки... У них ни брони нет, у них ничего нет. Ну, разве что у них есть яд, который на меня не действует, потому что у меня 100% сопротивление яду, я вампир. Ну, зато тут есть бочки и... Может быть, мне на... Здесь хоть на... Почему на? Может, здесь мне повезет, и я найду лук пырей. А вдруг? Потому что я смотрю, тут какая-то кухонька, кошелечек. Кошелечка ничего нет, сверху ничего нет. И, ух ты, тут кто-то что-то делал с пауком. На столе морозный паук. Что за черт? Я что-то такого не помню. Увидели? Что это такое было? Ребят, я что-то не помню, чтобы я проходил эту локацию. И она какая-то странная. Может быть и было, но... Хотя для меня не удивительно, я с изгоями в этой территории очень мало проходил локаций. И возможно это одна из тех локаций, которые я еще ни разу не проходил. Что это? Вау, ребят, я этого не помню. Неужели я нашел локацию, которую ни разу не проходил? Вау! Если бы я такое проходил, я бы запомнил, потому что ни в одних руинах, ни... В одних, я повторюсь, не было вот такой решетки. Серьезно. Ну скажите, в какой еще, в каких еще руинах были вот такие вот решетки? Были какие-то двери, которые открываются, но не такие. О, черт. О, черт. Так, ну тут, видимо, загадка. Загадка заключается в том, что нажать на все рычаги. А, нифига. Фига. Фига. Так, я уже слышу паучков. Ну, давайте в стелсе. Почему в стелсе? Потому что я качаю. Господи, смотрите, сколько тут скелетиков-то. Я просто качаю скрытность. Качаю. Будем юзать приглушение шагов. Кстати, что за черт? Будем юзать его часто. Будем юзать его, пока есть вся манна. И качать иллюзию. Давайте сейчас, наверное, еще какой-то крип поставлю. Не безжалостная сила. Циклончик. Хочу поставить циклончик. Алхимическая лаборатория. Как-то странно. Ух ты, дневник. Чей-то дневник. Заметки и результаты. Возможно, в этом дневнике... информацию, наверное, сказано по поводу этих экспериментов над жуками, над пауками. Вот здесь они, милахи. Мастер, давайте взломаем.
Там, наверное, целая комната паучков. Господи, есть же люди, которые очень-очень боятся пауков. Не, серьезно, есть даже какой-то термин. Как он называется? Боязнь пауков. Им, наверное, тут очень страшно будет. Вау, он вообще нас не видит. Шестикратный урон такой булавой, это, конечно, для паука фатально. Капусточка. Капусточка и картошечка. Так, здесь у нас то, все то. А, таланты. Лорд-вампир. Ассасина, драконья кожа. Вот, зрение вампира на 60 секунд. Давайте его юзать. Да, это зрение будет нормально работать. О, что-то прокачает. А, черт. Не прокачает. По-моему, одинаково, друзья, да? Что так, что так. Ну, это эффективно, если бы мы играли на минимальном освещении. Как надо играть? Как по-правильному? Воу, что это такое? Ваба-джек! Ух ты! Я заберу. Я заберу. Не просто так эту книгу. Чуть позже поймете. Так. Господи, зрение, вернись. Ох. Маленькие-маленькие паучки спускаются. Эй, бонитовую кастану сейчас. И приглушение. И пойдемте. Ну, 100% за счет того, что я сейчас вампир, это плюс 25% к скрытности. Они меня не видят. Они просто-напросто меня, наверное, и не увидят никогда. Хотя нет. А какого черта он... Этот... Воу! Вы видите? Тут... У того был плащ огня, у того молния, у того холод. Вау. Вау, вау, вау. Ха. Видно звезды. Ладно. Воу. Что за черт? Я такого вообще не видел. То, что мы их активируем, и у них срабатывает вот эта вот магия. Но если я сейчас подойду к этому, которого убил. Ха, кстати, тех, что мы уже убили. Ой-ой, это кажется искусанное тело с отмычкой. Бедняга, бедняга, бедняга. Видно, сюда пробрался и очень сильно пожалел об этом. Ладно. Забираемся дальше. Вау. Довольно большие, пустые какие-то руины. Странно, что нет никаких колдунов. Хотя, по идее, они-то должны быть. Должны. Яблочко. Где же этот лупарей? Я не хочу его искать на ферме. Я хочу его найти в бочке. Вау. Печеная картошечка. Опять какая-то дверь. Ну, давайте постучим. Хотя нет, просто зайдем. Может, в следующий раз нужно добавить больше светящихся пыток. Увеличить сопротивляемость. Тут эти ребята проводят какие-то эксперименты. О, иллюзия 41. 42. Где-то... А, вот он. Вот он, милаха. Ой-ой-ой, он услышал. Услышал и заметил. Заметил, я, блин, корнал. Корнал.
как не удалось. Ну, мне вообще там много всего удается, дорогой. А он силен. Силен. Это высокоуровневый. Но мне нечего его оставлять. Дня. Хм. Ключ. Изменения. Довольно сильно нужен ключ. Хм. То есть этот маг совершал здесь. Видели? Тоже активировался, но только тут не так показывается. Эксперименты над жуками. Ой, над пауками. Господи, какими жуками? Что я заладил? Так, вот они повылазили. Но, честно говоря, это, знаете, более, может, какой-то лорный. Может быть, этот персонаж есть в других частях свитках. И он там тоже делал эксперименты. Или его, я не знаю, или не он, я не знаю. Ну, как-то странно, знаете. Такой вот легкий. Без каких-то либо и какая-то локация, которая позволяет нам и туда идти. Ну, по-моему, я, наверное, сейчас просто вернусь. Ой-ой-ой. Гигантский морозный паук. Ого! Ну, это нормальный противник. Вау! Только посмотрите, один морозный, один электрический. Ой-ой, я, наверное, сейчас доиграюсь. То все изи, аж не сохранялся, черт подери. Воу, 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 воу. Чуть-чуть не доигрался, ребят. Я же вообще не сохранялся. Ого, вот тебе и изи. Если тут были бы все такие большие, они просто бы не пролезли. А может, это не последний? Может, это только какая-то пешка была среди? Хотя нет. Нет. Вот, наверное, я уже пришел там, где я был. Драгоценные камушки. О-о-о. Одеяние адепта школы иллюзии. А здесь, да? Да, я просто пошел туда. Нет. Господи. Блин, то просто падать нельзя было. Наверх ты не попадешь никак. А я там все не обшарил. Хм. Ну, в этой локации я не был. И, честно говоря, ничего такого нового я не пропустил. Но все равно, друзья, все равно интересно. Господи, я же тут все шарил. Интересно, что мы нашли новую локацию. Облезли ее. Облезли. Ничего разработчики ценного, уникального не спрятали. То знаете, вроде бы такая вот локация, можно ее пробежать. А, подумаешь, какой-то маг. Ну, он зачаровывал этих паучков. О, да ладно, ты издеваешься. Блин, мне надо повыпускать своих паучков. Да и капуста мне дофигища, тяжеленная. Тяжелющая. Мне просто такое ощущение, что я в какой-то локации не был. Ну, здесь мы его убили. И все. Неужели это и все? Туда я пошел, там я вышел, но я сюда не шел. А, тут он жил. Да, друзья. Он просто проводил эксперименты над... Ух ты. Святилище Джулиануса. Исцелены из всех болезней. Да ладно. Ничего у него не было ценного. У него просто какие-то хилки. Это электрический, но более явный эффект показывался на огненном. Тут есть ингредиенты и какие-то перчатки. Самые обыкновенные перчатки. А вы перегружены. Ладно.
Ремонада. Ремонада. Возможно, это какая-то квестовая книга. Я ее соберу. А к черту я все это продам. Продам. Ярость. Ладненько, ребят. Судя по всему, мы зачистили эту локацию. Она, конечно, так себе. В принципе, неудивительно, что я, наверное, не находил. Но я реально не находил. Я в ней не бегал. Это прикольно. Давайте сейчас посмотрю на карту. Да, да, мы ее зачистили. Окей, ребят, окей. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы будем дальше проходить Skyrim Special Edition на легендарной сложности. И, скорее всего, скоро, очень скоро я буду уже менять сет, потому что очень долго я бегал в стриме. Даже 2 часа, это можно сказать, как 4 части. Обычно у меня по полчаса. Так что, наверное, будем его менять. Будем менять, да. Хотя нет, нет, еще одну серию побега, он классный. Все, друзья, всем счастья, здоровья и пока.